Всех приветствую. Продолжаем рассматривать работы скульпторов, художников, описание этих работ по книге «Великий музей мира». Глава божества. Конец 5-го тысячелетия до нашей эры. Раскрашенная терракота. Высота 10,3, ширина около 7 сантиметров. Глава происходит из одного из самых ранних неолитических поселений Египта, расположенных на юго-западном краю дельты Меримбе-Бени-Салам. Это было поселение независимых мелких земледельцев, которое по размерам не имело равных среди ранних памятников Египта. Оно раскинулось по площади около полутора десятков гектаров. Его структура и размеры сродни городской цивилизации Сирии, Палестины и Месопотамии. Глава выполнена из обожженной глины в условной манере. Ее поверхность покрыта мелкими сквозными дырочками. В нижней части лица точки создают эффект бороды, глазницы, ноздри и рот переданы отверстиями. Под подбородком имеется паз для насадки предмета на шест или жезл, который мог принадлежать вождю или жрецу и который поднимали вверх во время культовых церемоний. Эта скульптурная голова, скорее всего, изображает предка или некий мифический персонаж. Вот такое описание по книге «Великий музей мира» к работе «Голова божества. Конец 5-го тысячелетия до нашей эры». Пока-пока, до свидания, всего хорошего.